Добро пожаловать на наш YouTube-канал HardTradesInfo. В данном видео я вам покажу, как удалить и добавить аккаунт Google на устройстве Tecno Pova 6 Pro. Для этого включим телефон и зайдем в меню приложений, затем настройки. Далее прокручиваем вниз до пункта пользователя и учетной записи. И тут будет аккаунт владельца, и нажмем добавить аккаунт. И нажмем Google. Идет проверка. И тут пишем адрес электронной почты и затем пароль. И нажмем далее. Тут можем выбрать, кто будет пользоваться этим устройством. И нажмем в правом нижнем углу далее и принимаем. Идет загрузка сервисов Google. Нажмем еще и принять. И наш Google аккаунт будет добавлен. Для того, чтобы удалить, нажимаем на данный аккаунт. И нажмем удалить аккаунт. И после этого нажмем удалить. Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал. И до новых встреч!